Всем привет, с вами Макс Гюнтер, и сегодня мы с вами полностью пройдем первый эпизод замечательной игры, которая называется Blues and Bullets. Так, для начала давайте сделаем потише, просто тут так орёт, я думаю, меня не слышно. В общем-то, игра вышла, ну, точнее, первый её эпизод вышел в июле 2015 года, да, причем я наткнулся на игру совершенно случайно. В Steam никак не анонсировали то, что она должна выйти. Никак не анонсировали в день выхода, то есть никакой рекламы не было. Нашел ее чуть случайно ВКонтакте в группе по Steam. Вот, там опубликовали, собственно, что вышел детектив с Эллиотом Нессом в главной роли. Я подумал, почему бы и нет. Тем более, что мне нравится, собственно, история про то, как заловили Аль Капоне, про самого, собственно, особого агента Министерства финансов Эллиота Несса, который, собственно, сколотил группу неприкасаемых, которые смогли таки засадить за решетку одного из самых известных, наверное, мафиози 20 века. Вот. Ну и, собственно, и первый эпизод-то я уже прошел давно. Проходил я его в период, собственно, отдыха от Ютуба, то есть я там делал перерыв, пока у меня был слабый комп, я решил, собственно, отдохнуть. Вот, сейчас комп нормальный. Нет, тогда уже был нормальный компьютер, ну просто я пока не записывал. Неважно, в общем, прошел я уже первый эпизод, поэтому я думаю, мы его сегодня быстренько пройдем, прям вот так у нас будет небольшой марафон по первому эпизоду. А завтра уже выходит второй эпизод, поэтому, собственно, я решил сегодня все это записать. Вот. Если вы ничего не знаете об этой игре, я расскажу, что игра по геймплею, ну и в целом по построению действа и по построению самих эпизодов очень похожа на игры от Telltale Games, например, на Walking Dead, на Wolf Among Us. И что еще можно сказать? Ну, в игре есть и экшон, есть и детектив, есть и система диалогов, причем от решений, принятых в этих диалогах, или, допустим, просто от решений, принятых каких-то тех или иных деяний, зависит, как сложится сюжет, зависит концовка, я думаю, и, возможно, тут будет не одна концовка. В общем, ладно, давайте начинать, то я много очень болтаю. Я, если останется время, покажу вам комикс. В игре за предзаказ давали саундтрек плюс артбук. Вот, и вроде как к каждому эпизоду отдельный комикс можно посмотреть. Ко второму эпизоду вроде как уже доступен. Вот, поэтому мы его обязательно посмотрим. Ладно, давайте начинать. Так, в игре есть, кстати, русские субтитры. И я, скорее всего, не буду их читать для вас. Вот. Будем просто. Ну, не буду их читать. Вы сами, я думаю, почитаете, потому что многие, собственно, жалуются, когда я читаю субтитры. Вот. Поэтому, если кому-то нужно будет, напишите это в комментариях, я для вас почитаю. А если как бы все окей, то тогда. И, кстати, каждый эпизод теперь получил свое название. Первый эпизод называется «Конец миру», второй — «Игра с огнем», третий — «Поминая мертвых», четвертый — «Под маской», и пятый — «Новые неприкасаемые». Вот. Кто не знает ничего про историю Эллиота Несса и то, как поймали Аль Капоне, посмотрите замечательный фильм, называется тоже «Неприкасаемый», с Кевином Костером и Робертом Де Ниро в главной роли. «Конец миру», сцена 1. В игре, когда она вышла, была очень ужасная оптимизация. Игра лагала, даже не на запись, вообще просто так лагала, и, блин. Но, тем не менее, я ее все равно прошел, потому что мне было безумно интересно. Сюжет в игре неплохой. Crowd of Monsters. Вообще не знаю эту компанию, какая-то неизвестная никому фирма, решил сделать очень крутой детектив. Так-то детективов не очень много добротных выходит. Ну какие вот, вы знаете, хорошие детективы. Ладно, наверное, там, я не знаю, Wolf Among Us, но он тоже на любителя, потому что там, ну, своя, собственно, тема. Про всякие там волшебных зверей и так далее, про сказки. Вот, какие еще? Ну, Шерлок Холмс, но он своеобразный, как бы. А вот чтобы детектив в себя включал и экшон, и, собственно, детектив, такое нечасто вообще увидишь, на самом деле, в игровой индустрии. Ну ладно, давайте, собственно, смотреть, что да как. В
игры очень крутая музыка, и они специально маленьких ребят, чтобы они, собственно, записали этот саундтрек. Возможно, кстати, я его скину в группу ВКонтакте, поэтому, кому интересно, заходите, можете подобавлять себе, собственно, свой плейлист. Вот. Музыка офигенная. Так, что же мы тут видим? Какие-то, значит, непонятные пещеры, какие-то решетки, и в них сидят дети. Судя по всему, кто-то их тут держит, и еще какой-то прошел непонятный здоровый мужик с рогами в плаще черном. Достаточно стрёмный какой-то типок. А может быть и не мужик, я не знаю. Here, it's your turn. Так, можно подходить и осматривать всякие места. Это похоже на заметки, тут столько она тут дней прожила, да, получается 13 дней, то есть две пятерки и одна трешка. Что еще? Нам вот дают какие-то отмычки, тут пытается пацан передать. Давайте, собственно, их возьмем. Это, видимо, мы используем вместо туалета. Ведерко. Давай сюда. Так, а тут больше ничего нет, по-моему, да? Нифига нет. If we don't escape, I'll be punished. I've been bad. Так, спокойно, уверенно, молча. Don't worry, I can do this. Офигеть-то. Кровища такая. Так, а что будет, если мы сюда? Сюда просто нельзя подойти, какой-то мать кровавый след там на стене. Какой-то пацан там сидит. Опа, чё? Так. Это, я не знаю, видимо, кости животного, может быть и нет. Не знаю, в принципе, можно помочь пацану пытаться, хотя там уже за нами, собственно, идут. Давайте все-таки попробуем, наверное, сныкаться, потому что... Давай, резче. Не удалось открыть дверь, к сожалению. Еще пацан этот, блин, наводит шороху. Давай быстрее, меня накажут. Как ты себе представляешь, у нее там руки дрожат. И нужно открывать замки. Нас спалили, к сожалению. Ну, не спалили, он, собственно, настучал на нас. Маленький гаденыш. Ну, шкаф ей не особо помог. Такие дела, в общем-то, пока что вообще ничего не понятно. Ну, нет, я уже как бы кое-что знаю, но когда я играл первый раз, конечно, вообще ничего не понятно было. Блюз и пули.
получается. А, забыл сказать, что игра сделана в прикольном стиле, таком нуарном. То есть она, как, по сути, почти черно-белая, но некоторые вещи подсвечены другими цветами. Например, как каблучки у женщинки были подсвечены красным. Вон же она сидит, они тоже подсвечены красным. Это прикольно, на самом деле. Да купы нигде. Пончики жуют, наверное, в офисе. В общем-то, Blues & Bullets — это название забегаловки, в котором, собственно, работает главный герой. Just a second. Судя по всему, он сам открыл это дело и сам работает там. Alice, I thought you were on the day shift. Pie? Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Thanks. I'll put it in the back room, then I'll get you a slice of pie. Deal? I'm kind of in a hurry. What kind? Blueberry. It's a deal. Так, что-то нам пришло, какой-то чек. Министерство внутренних дел. Странный какой-то город, в котором, собственно, мы орудуем. Это какой-то Санта-Эсперанса. Вообще не слышал про такой город, если честно. Может быть, даже он какой-то вымышленный. Not much, but I earned it. В общем, судя по всему, это какие-то пенсионные деньги, что ли, я не знаю. В общем, странно, что они приходят из полицейского управления. It's seen better days, like a lot of us. Hey, Ness, where's my burger? Крислица, завали свое ротовое отверстие. Там просто один орёт, товарищ. Самое смешное, yes, что... My burger, God damn it. Поймали-то Аль Капоне не за убийства там какие-то. И не за торговлю, собственно, бухлом, а за неуплату налогов. И я сомневаюсь, что люди как бы, ну, у них не было других зацепок, просто многие боялись, многие были просто там, не знаю, ну, многим заплатили, например, все такое, коррупция и так далее. Yell at me one more time, and instead of a hamburger, you'll be ordering soup. Anyway, they catch the deadbeat robbing the pharmacy, but there's no proof, so they hand him over to me. Elliot, seriously, I don't have much time. Пирожок ей дать. Пирожка-рожок. Take your time. If Jenkins says anything, tell him it's my fault. And let him know that I'll continue to keep his agents waiting until he settles his tab. I don't think I dare. But this is worth getting in trouble for. To think, I didn't find my true calling until I was in my 50s. Так, этот дебил Диккенсон сейчас получит у нас очень вкусное блюдо. Gives me indigestion.
Давайте-ка побольше ему туда, наверное, вырыжем, чтобы он там дристал, что-то целый час сидел на горшке. Все, сойдет. Пукан взорвется. If you confess right now, I finish work on time, and everybody's happy. If you don't, I have to work late. I get mad, and I have to rearrange your face. You really said that? There you go. Байки где-то заливает там. And then I say to him, the doctor will have to work late too, and it'll be your fault. He'll be mad. And when he's done fixing your mug, it'll be so ugly, you'll never get laid again. Ha-ha-ha, he's saying, right? Yeah, like a soprano. And you know what I did next, Ness? You rearranged his face. Exactly. You see, criminals are like dogs. By the time they get punished, they forget what they did wrong. But a bust-up face is forever. Такой дуболом жирный. How much sauce did you put on this thing, you goddamn maniac? Just enough to make sure you never come back here, Dickinson. Ah, screw you, Ness. Завали свое. Ну, поняли. Так, какой-то зашел типок, давайте, собственно, подойдем к нему, спросим, что он хочет. Your first time here, right? I like this job, you know? Not because I like serving coffee or food. This job is about understanding people, knowing what they want, what they need. You just have to keep your eyes open. The clothes, the haircut, a little movement, a hand clutching a knife. Don't even think about it. Not because of me. At most, I'd knock out a couple of your teeth before disarming you. The guys you should be worried about are the cops at the other table. They'd keep kicking you in the ribs long after you passed out. You'd be lucky to wake up in a hospital. The question is, what do I do with you now? Строго мягко. Нет, ну я все-таки мягко не буду к нему. Ну блин, ну странный тип пришел, какие-то забинтованные руки, нож. Мы же все-таки коп. But I like this job and I can't afford trouble. So beat it. Now. And if you come back, полжизни воевать с этим отребьем, чтобы потом вот так вот легко, да, зашел какой-то ублюдок отмороженный и кого-нибудь порезал. Нормально. Нет, спасибо. I forgot to thank you for bringing my pension check. Well, I saved you a trip. And a headache. The station's full of Dickinsons. Это точно. Одни дикие в участке сидят. Если вы понимаете, о чем я. Easy there, miss. Slow and steady wins the race. Мужик очень похож на недавно умершего актера, который играл в «Зеленой миле», такой здоровенный нигер. I'm gonna die before this day is out. Can you help me, sir? I'm afraid not. It's too bad. I need something sweet for my last day on Earth. Blueberry pie, last slice. You use almond extract? Quarter of a teaspoon. Which brand? I make my own. Do I know you from someplace? Me? No. But you do know my boss. Двадцать лет назад. То есть, по сути, ему где-то было 30 лет, да? Когда все это произошло. Потому что он сказал, нашел призвание, когда мне стукнуло 50. То есть, ему сейчас где-то 50 или 50 с небольшим. Вот он уже на пенсии, собственно, на заслуженном отдыхе. Но так было не всегда. Единственное, что мне нравится в главном герое,
То, как он носит галстуки. Ну, кто носит галстук поверх вязаной жилетки? Не знаю, по-моему, это какая-то безвкусица, вот ей-богу. Я, конечно, все понимаю, главные герои должны выглядеть так брутально, типа. Но, блин, но... Можно было в крайнем случае его сделать, типа, расстегнутые пуговицы и незавязанный галстук. Но когда, блин, его поверх вязаной жилетки носят, это как-то не знаю. Call your boss. I have business to settle with him. Can't even enjoy a quiet smoke. Нихер курить. Здоровью вредить. I get it. It's Christmas. You're lonely and you want to end it all. But Santa Esperanza is full of bridges. Why not throw yourself off one of them and leave me in peace? Tell Capone that Elliot Ness is here. We're going to finish this thing once and for all. Jeez, I don't get paid enough. Listen. You got it backwards. I'm not here to make my boss come out. I'm here to stop you getting in. Значит, не получится по-хорошему. Because if you don't do what I say, they're going to be the perfect gift for you. Maybe I could borrow a pair from your buddy, Dockers. I hear he's never gonna need them again. You shouldn't have brought that up. Oh no? You gonna cry now? Эй, come on. It's Christmas. Угу. Только не для твоей жирной жопы. Не жирный, конечно. At the front gate. It's Ness. Сейчас начнется экшончик. You'll get a fair trial. Получи. Единственное, тут как бы вообще нельзя во время экшонов самому передвигаться. То есть он как бы сам бегает. Ну как бы это тир, что ли, я не знаю. Но все равно играется и выглядит прикольно. Достаточно экшонно. Сейчас будет бум-бум. Можно, кстати, перезаряжаться. Правда, нет, патронов нету. Ну, я имею в виду, нет показателя патронов. Патроны-то у нее есть. Блин. Есть криптовый ивент, и на самом деле прикольно это все играется тоже. Ну, как, собственно, любые хорошо поставленные криптовые ивенты. Сука, умрите! Пидоры. Вы мне еще за друзей ответите. Ублюдки сраные. Там, по-моему, баллон, да? Где-то про... А, нет, это кровь, походу. Так, где-то еще один был чувачок. Сдохни, петух. Всех порешали. Откинулся такой. Да, конечно, игра не блещется продуманной графикой, но мне такая графика более чем приемлема для хорошего детектива.
Офигенная мелодия вот эта вот. Одна из любимых в саундтреке. Семейка, такие гангстеры. Have any last words? You come into my house? You destroyed my family. You kill my men. You killed my friends. Would you kill an unarmed man? You, Elliot Ness? Да вообще в легкую. That Elliot Ness is dead. You killed him yourself. Papa! Vittorio! Are you gonna kill me in front of my son? That stain right there is all that's left of D'Annunzio, one of my best men. I told him to take care of the butcher on East Main, one of the jerks who've been screwing with me for months. We had to make an example of him. Send a message to the other storekeepers. D'Annunzio ripped out his guts and hung him up with the merchandise, but he did it while the butcher's daughter was watching. Fucking D'Annunzio. There are lines that cannot be crossed. We have to protect the innocence of children. Keep them far, far away from certain experiences. Your son should know what kind of monster his father is. I can't think of a better life lesson. Look, Vittorio. His hand's shaking. Booze turns men into cowards. You'll be like your father. Never drink. It's funny, huh? The White Knight of the Volstead Act gets liquored up to kill the king of bootleg booze. Часто договоришься, блин. Relax, son. Nobody's going to kill anybody. И я сделаю тебе еще одну дырку. Her name is Claire Dockers, and she sings like an angel. You two would get along. 2 days ago, Claire's father caught up with yours in a warehouse. Your father was hitting innocent people, and that's not right. He told him to stop, but your father ignored him and pulled out a gun to shoot him. Claire's father was quicker. He drew his gun first and fired, but the bullet jammed. Your father killed Claire's father, in cold blood. He kicked him in the face so many times, not even Claire herself would have recognized him. You'll never prove I killed Dockers. I know, and that's why I'm here. But now I know I'm better than you. Your father is a murderer, and Claire hasn't stopped crying these last 2 days, all because of him. Never forget that, Vittorio. Вот тут самый патрон. Hold it! Let him go. Run, Ness, and forget I exist, or I'll have to report what you just did. And I do have witnesses. You hear me, Ness? No. Но долго ему не пришлось на свободе околачиваться. Я про Аль Капоне, в принципе, говорю, ну вы поняли. My car is parked outside. If you could join me as soon as possible, I'll be doubly grateful. Gentlemen, I'm closing up. Time to move along. So early? What are you talking about, Ness? Are you serious?
Ну, я даже не знаю. Давайте тебе сошлем в жопу. Hey, fuck you, Ness. I'm not paying you a cent. You just lost a customer. Да слава богу. Это вообще лучший день моей жизни. Таких клиентов иметь, это я не знаю. Лучше вообще без клиентов сидеть. Причем, кстати, чтобы не думали, они так и так бы ничего бы не заплатили. В любых случаях они написали бы какую-то херню на этом, на чеке. Ну, вы поняли. Чек, который в кафешку просит, чтобы рассчитаться. Так, ну... Пуля становится бумерангом. Я думал, он ее подберет. Ну ладно, там нам, по-моему, нечего уже собирать. Он по-прежнему носит галстуки на выпуск. И это не очень круто, но в остальном игра офигенная. Так, ну мы это уже смотрели, да, еще раз, чтобы посмотреть. В общем, он, собственно, сколотил... В свое время как было? Его не могли поймать Аль Капоне, и для этого, собственно, пригласили вот этого агента Министерства финансов, чтобы он каким-то образом его засадил. В итоге он сколотил банду. Ну, не банду, а, собственно, группу агентов, которых назвали неприкасаемые, и, собственно, они смогли его... поймать, да при том, что сначала они схватили букмекера Аль Капоне. Вот, по-моему, тот мужик, который забегал к нам утречком. Офигеть. Всех членов своей семьи убил, офигеть. Вот, и, в общем-то, смогли захватить букмекера Аль Капоне, плюс у него была книга, в которой, собственно, были всякие, ну, теневые там дела, нелегальный бизнес и все такое, и, собственно, таким образом засадили этого товарища. Ну, фильм достаточно крутой, я советую, вот, кого увлекается гангстерской тематикой, кому интересно. Ну вот эта рожица и надпись была в любом случае, поэтому пошел он нахер, ублюдок. Сидит, блин, там трещит что-то своему молодому этому коллеге, ни хрена не работает, и отвратительно разговаривает, шум в жопу вообще. Да, и кстати, в городе постоянно пропадают дети, и в связи с этим все расклеивают объявления, собственно, где, куда, ну, пропажа детей, ну, вы поняли. В общем-то, давайте на этом закончим, поедем мы уже с этим замечательным человеком в следующей серии. Вот. Сегодня сразу выйдут, наверное, или все, или почти все серии, собственно... Поэтому я с вами не прощаюсь и увидимся вот уже через несколько минут в следующей серии по этой замечательной игре.